Хей-йоу! Всем привет, друзья! С вами снова Спайк, со мной сегодня Гуля, Леон, и сегодня мы станем охранниками в тюрьме с самыми опасными преступниками в Майнкрафте. Всем привет! Всем привет! Всем привет, друзья! Да, мы сегодня будем в роли полицейских так, как вы и хотели. Да, и вот, смотрите, вот это самый опаснейший преступник, он сегодня попробует от нас сбежать, но мы этого постараемся не допустить. Вот, он реально очень опасный и, так сказать... Да, это особо опасный преступник, и мы его мы еще даже не начали, он уже дерется. Да, и что хочу сказать, ребята, давайте поставим 20 тысяч лайков на это видео прямо сейчас, потому что мы обещали вам эту рубрику, мы ее сделали, надеюсь, она будет крутая, поэтому давайте зарядим сюда 20 тысяч сочных лайков, и мы сделаем еще что-нибудь новенькое, что-нибудь крутое. Вот, ну и пишите в комменты, как вам вообще эта рубрика, обязательно досматривайте до конца и пишите. Вот, ну и что, погнали, давай, преступник, все, иди сюда. Так, вот эта тюрьма, где он будет содержаться. Вон он, смотрите, бегает, кстати. Да, ну-ка, да, давай. Давай сюда. Блин. А смотрите, он тут не один, кстати. Так, ну чего, полиция все уже не может пройти. Так. Что у нас тут? Так, это наш, видимо. Да, это наша броня. Так, расписание, лук, веревка на всякий случай. Так, давайте броню сразу надеваем, потому что тут находятся самые опасные преступники. Мало ли что они могут выкинуть, так сказать, да? Карточка уровень 2. Так, Гуль, давай, аккуратней, нельзя умереть об решеточку, будучи охранником. Так, давайте поговорим с другими. Так, проверьте свои поручения в расписании, позже загляните к начальнику. Так, а у нас одинаковое расписание? Наверное, у меня да. Проверить вещи заключенных. Да, одинаковые. Да. Давайте вообще посмотрим, что тут за тюрьма. Так, да, ну-ка, не прыгай по заключенному, так сказать. Да. Так, давай, за нами. За нами. Пусть идет за нами, я думаю, да? Да, и нужно его, главное, не упускать особо, потому что он может бежать. Так, тут начальник, смотрите, тут начальник так, у нас. Так, ну-ка его, походу, дубинкой нужно гнать за нами. Где он? Да, гони его. Так, ну-ка. Давай, пошел. Так, нормально. Так, или подождите, и нам что нужно сделать-то? Проверить вещи заключенных на опасные предметы, сложить все к остальным конфискованным вещам. Так, ну пойдемте проверим. То есть его нужно привести в какую-то проверку, получается? Так, ну, наверное, да. Так, проверьте свои поручения в расписании. Так, они все одно и то же, да, у нас говорят, походу. Да. Так, оружейная, блок заключенных. Так, он вообще ни в какую идти не хочет, но сейчас... Это не то вроде. Не хочет идти? Подождите, нам вроде не туда. Подождите-ка секунду. Так. Там что, там у нас медицинский... А вот, проверка вещей, идите сюда, проверка вещей, да, нам его сюда нужно. Нам вот сюда, заходите. Давай, заходи. Так, ну чё, давайте сначала его проверим или как? Да, давайте. Так, ну чё, сейчас посмотрим, чё там ты скрываешь, так сказать, ну-ка. Давай оп. Его связывай. Всё, связал. О, кирка. Да. Кирку хотел пронести. Не зря, короче. Кирку хотел пронести. Так, чё, развязывай его или пока постоит пусть? Я не знаю, давай других проверим. Так, давай. Других еще проверить, да. У меня ничего нет. О, вот это пистолет был! Жесть! Пистолет выпал, фига себе. Так, ну, я не знаю, давайте ее что, как связывай бы... ее тоже. А я не могу ее связать, она бегает. Ну, ладно, нате, разбитесь, короче, с ней, вырубите. Ну-ка, стой. Так, выворачивай карманы. Вот, у меня книжка есть. Так, у этого... Опа, 15 алмазиков у этого. Давай, я ее вырублю. Что с ней делать? Да ладно, пусть бегает. Так, у этого чё? Выворачивай карманы. Ну, слушай, нормально так они... карманы. Капец, они тут сколько всего пронести хотели. Алмазы, деньги, жесть. Так, тут какая-то книжка есть, кстати. Да, кстати. Ну-ка. Да. Ты должен кое-что сделать, если хочешь сбежать. Сожги меня после прочтения. И больше ничего нет. Я не знаю. Так, смотрите, какой он буйный, он связанный, и всё, что-то да, прыгает. Да, буйный. Так, чё, развязывай его, или пусть прыгает? Слушай, не знаю. Давайте, ладно, надо все сейчас положить пока что вот сюда. Конфискат нужно убрать. Да, убираем это все, мы конфисковали, так сказать. Так. Ну тут вроде ничего больше нет. Да, здесь больше ничего нет. Так, прикольно. Штучки. Так, сбежать уже пытается. Чё, сбежать пытается? Ну-ка, открывай. Ну-ка, давай. Погнали, что у нас второе в расписании идет? Давайте сейчас смотреть. Второе в расписании идет... Это разнять драку на баскетбольной площадке. Так, ну погнали. Давайте нашего этого с собой берем. Драка. Так, вот она, площадка. Ну вот давайте, площадка, погнали.
Так, ну, открываем. Офига, там, что там происходит вообще? Тут там вообще какой-то, ну, какой-то замес лютый. А так. Ну все, прекращайте, быстро. Ну-ка, прекращайте. Причем, смотри, и девчонки дерутся, и пацаны вообще да, все сразу. Девчонки дерутся-то сильнее, чем пацаны. Так, давай, давай, давай. О, какая-то книжка тоже выпала. Подожди-ка. Что-то выпало, да? Отвлеки. А, они меня начинают бить. Подожди, подожди, подожди. А, на, это походу ловушка. Отвлеките их дракой на площадке. Что? Че за что бред? Что такое? Не вы знаю. Это что-то странное, ребят. Это что-то странное. Мы ходим по, я не знаю, какой-то ловушке, как будто. Как будто в тюрьме есть кто-то, кто, ну, кто планирует побег. Причем не да, простой да, побег, да, а планирует да. устроить тут бунт и побег, и все остальное. Так, это странно. А не ты ли тут побег планируешь, а? Слушай, да, погодите, он только прибыл. Бежать, от чего нас отвлекают-то? Да-да-да-да-да, ну-ка выходите, 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 выходите. Так, все вышли. Давайте подумаем, что у нас там дальше по расписанию. Проверить карманы заключенных. Проверить карманы. Ой, камеры, камеры, камеры. А, камеры. Пойдемте проверять камеры, но на самом деле это очень странно и что-то, не знаю, мне кажется, скоро что-то будет. Ну что-то да, что-то да, что-то как-то странно. Что-то, ребята, это прям совсем все странно. Начальник, ну к начальнику пока не пойдем, наверное. Давайте вообще, да, давайте внутрь тюрьмы вообще пройдем, посмотрим, что там есть. Давай, давай, так. Заключенный, заходи. Так, 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 так. Вот, их, кстати, камеры вроде здесь. Пойдемте, да, проверять камеры. Ну-ка, заключенные. Слушай, ну... прикольно тут, прикольно так достаточно. Да, так. Здесь, хорошие камеры, я бы сказал. Так, там все нормально? Ну, тут вроде все нормально. Нужно проверять все сундуки и тому подобное, нычки вдруг у них там какие-нибудь. Это вообще ничего не говорит. Ну, слушай, сундуки... О, книжка, книжка в сундуке, так. Ты сбежишь отсюда, и я дам тебе кирку, если ты кое-что сделаешь для меня. Уничтожь книгу после прочтения. Так, ну-ка, это что за... Так, ладно, давай отказывается там... говорить. Короче, у этого я нашел еще одну книгу, где говорится, что ему кто-то хочет помочь сбежать. Как они кто-то... к ним попадают вообще? Да, странное что-то. Что-то странное, потому что как они к ним попадают, и кто им может тут помочь сбежать? Мне кажется, видите, это среди тут нас кто-то помогает. Земляной, я не знаю. О, подожди-ка, что? Реально. И никого нет, кстати. Ну-ка. Угу. А, ну это проход в другую камеру. Да, так. Это, видимо... Так, опа! Сюда. Смотрите. Идем. За картиной был проход, ну-ка. Что за проход? Я не знаю. Так. Что это такое? Опа, тут... А, они пытаются сбежать, у них кирки, смотрите, давай, у них кирки. Откуда у них кирки? Почему давай, у них давай, у всех давай, кирки? Давай, давай, давай. Ребят. Да кирки, ладно, они нападают на нас. Откуда? Не, подожди, а реально, откуда у них кирки? Какая-то так. Книга выпала. Так, сейчас посмотрю. А у них у всех одна и та же книга. Что, типа, ты отсюда сбежишь, если кое-что сделаешь. Они почти сбежали, смотри, реально. Вот стена и да, все. Да. Так. Кто-то им помогает, кто-то ну-ка, им помогает. Ну-ка назад. А где наш-то этот? Слушайте, мне почему-то кажется, что кто-то именно из этой тюрьмы помогает заключенным сбегать. И дает им эти кирки и... Ну, что-то такое, короче. Мне почему-то кажется. Да, 100% кто-то помогает, и такое ощущение, что как будто это кто-то из полицейских, кто-то из своих, как будто, может, знаешь, какой-то охранник, странно, типа, не знаю. Получается. Эти книжки, да, кто им дает книжки? Нам бы, знаешь, нам бы как-то обыскать бы какие-то, может быть, комнаты этих охранников, может, у кого-то есть эти книжки? Да, я думаю, что нужно обыскать комнаты охранников точно. А где они находятся, интересно? Эти комнаты охранников? Так. О, подождите! Кто-то проник... Кто-то проник в оружейную. В оружейную. Так, ну-ка. А оружейная же здесь, да, внизу вроде была? Оружейная да, вот она. Где-то тут. Так, ну-ка, давайте сразу луки со связыванием готовьте. Да, я буду с палкой. Так, тихо, я иду, вон там оружие, аккуратно. Оружие так. Здесь. Так. Слушайте, мне кажется... Кто проник? Это наш, мне кажется, маньяк проник. Так. Наш маньяк да, проник. Кстати, его не видно. Не видите его? Вот он, так. Вот он. Напишите ему, да, выходи. Так, напишите ему выходи, чтобы он выходил. А, подождите, или он тут закрыт, типа, теперь, получается. Выходи. Он где-то карточку взял. А где он взял карточку? Я не знаю. Может, он у кого-то из вас украл? Вот у меня на месте карточка. У меня на месте карточка. У меня тоже на месте. А кто ему дал карточку? Кто-то как будто скопировал ее. Так, отдай, давай обратно, давай. Давай обратно. Все, берите. Все, я забираю карту. Так, ну это 100% теперь. Теперь это 100% кто-то из этих. Так сказать. Из, ну, вы поняли, из охранников. Да, кто-то из охранников. Так, слушайте, ну чё, а веревки ни у кого нет, чтобы мы его хоть этот отнесли. Давайте тоже оружие, кстати, возьмем какое-нибудь. Я вот калаш веревки возьму. Нету. Как-то так, это. Я беру калаш, короче, самопал возьму и.
Короче, я тут все возьму. Ну, возьми все. Так, ну ладно, Гуль, давай его тогда. Что с ним делать-то будем за такое? Я думаю, в карцер можно, в принципе. Интересная давайте. Карта. Так, ему нельзя смотреть на карту. Так, ну-ка, ну, давай уйди. Его в этот. В карцер, давай уведи его. Развязывать? Ну, развязывай, да, у нас оружие-то есть. Нормальное теперь. А че мы сразу сюда не пошли, оружие не взяли нормально? Теперь хоть, да, действительно, нормальное оружие есть. Так, все. Так, он идти не хочет, он тут что-то прячет. Погодите, он прячет деньги. Так, деньги давай, прячу. Давай, выходи. А ну деньги все отдал. Все, Гуль, давай тоже выходи. Так, ну что, какие варианты? Я не знаю, ребята, что с ним будем делать. Ну, кстати, помните, у него тоже была кирка в самом начале? Да, кстати, кирка, да. Давайте у него узнаем, я как хочу, он делает. Я хочу комнаты полицейских найти. Так, комнаты полицейских проверить. Или идите, тут лучше есть, допросная. Ну-ка сюда-ка. Так, давай. Связываем его. А, так, его, ну, я не знаю. Ну давайте, не надо. Давайте его сначала заведем туда. Так, пусть заходит. Ну-ка. Давай. Видишь, у меня уже калаш. Так он не туда зашел. Туда, давай, пусть, иди. Дальше, вот сюда. Так. Давай, заходи. Закрываю. Все. Так, все. Теперь нам нужно его допросить. Кто дал тебе кирку? Да. Фух. Ну, я не знаю, вряд ли нам что-то, конечно, расскажет, но надо будет попробовать по-любому. Я ее нашел. Блин, но он обманывает. Подожди, давай узнаем, где. Но он 100% обманывает, да. Где нашел? Проверим его фантазию, так сказать. Как он будет нам врать, изворачиваться. Что нам интересно расскажет сейчас. Так, ну, и где? Ладно, кто дал... Я готов его выпустить, а вы? Так, подожди, да нельзя выпускать. Кто дал карточку? Кто дал карточку, нужно узнать. Ну, блин, он ничего не скажет, я так чувствую. Я ее нашел. Где нашел? Он не говорит, где он нашел. Где ты нашел карту? Ладно, давайте начнем уже жесткие меры. А что тут есть? Тут, короче, стрела с тошнотой. Давай, Гуль, давай, запускай. Давай, запускай. А что тут? А, тут можно всякие штуки запускать в него? Да, сундуков. Ну, кстати... Так, короче, ну я не знаю, что с ним делать. Давайте... Да он нам ничего не скажет, в этом просто, мне кажется, нет смысла. Да. А может, он нам все-таки вот так расскажет? Слушай, ну... он нам живым нужен. Давайте... Ладно. О, это что за комплекс? Надо просто придумать другой способ. А погодите, я какие-то камеры нашел. Где, ты вышел? Да, я вышел, дальше. Так, пусть он тогда сидит там, мы его оставляем, правильно? Ну... И уходим. Идите сюда, вот в эту комнату. Так, погоди, а ты на первом этаже? Не-не-не, я не на первом этаже, я там же, где мы были. Там же? Только я с другой стороны. Иду. Я какие-то камеры нашел. Ну-ка, погоди-ка. За камеры? Ну это, короче, доступ к камерам в тюрьме, а я их даже не видел, честно говоря. А, кстати, да. Опа. Вот у меня, короче, Подождите! Я нашел, кажется! Тут какой-то злой ученый дает кирку заключенному, и это происходит в тюремной больнице. Так. А вот это. А ну-ка, а тут что? Так, тут поле. Так, давайте-ка бегом в тюремную больницу. Мне кажется, это оно. Давайте. Ну что с этим будем делать? Я думаю, его в карцер нужно, да? Его либо в карцер, либо здесь оставляем. Да пусть пока посидит. Да давай в карцер. Так, ну-ка, он блок ломает. Он тут побег устраивает. Давайте, подожди, в карцер. Давайте ему напишем в карцер. В карцер. О, денежки. Забираем. Все, погнали. Забираем. Слушай, ну, в принципе, он так-то меня и радует, я бы сказал. Давайте, надо в карцер его вести. Давай, ну-ка, в карцер пошел. Тошните. Экспериментики. Ему, кстати, реально плохо. Так, да ему нормально, он от этого не умрет точно, от яда. Погнали, давай, в карцер. Так. Давай в карцер. Карцер был, по-моему, напротив этой, да? Напротив баскетбола, да? То есть вот это. Так, ну что ты его бьешь, давай в карцер заходи, давай. Бегом. Так, все, давай, загружаем его. Все, короче, тут его оставляем или что? Или прямо засунем? Оставляем. Давайте засунем, ой. Ну да, все, пусть тут сидит. Он не сбежит. Все, оставляем. Ладно. Так, погнали теперь, давайте оружие берем, и нужно в эту больницу залететь. Так, доктор, слушайте, я не знаю, чем мы сюда сразу не зашли. Так, давай. Нападает, фига себе. Так, ну и что тут?
Слушайте, ну он понял, что мы его раскрыли. Вон тут какие-то у него скелеты. Жесть. Нужно быть осторожнее, Марлон, тут еще кто-то есть. Смотрите, 1000 кирок у него, тут куча кирок. 1000 миллиард кирок. Да, тут реально очень много кирок. Сундучок. Видимо, он здесь их крафтил. Карточка левел 5, кстати. Он их крафтил, видимо, и давал этим заключенным, походу. Но зачем он? О! Подождите, идите сюда, идите сюда. Это что такое? Блин. Мутанты? Симпаки, мутанты, да. Я, кажется, понял. Какой-то он опыт здесь проводил. Я понял. Знаете, в чем прикол? Короче, он, походу, давал, типа, попытаться заключенную сбежать, но их всегда ловили и, ну, убивали, получается. Ну, он либо задерживали. Эксперименты? Да, и он потом на них эксперименты ставил. Ну, я не знаю, типа такого, наверное. Да, это, скорее всего, какие-то опыты. То есть у него комната опытов была. Да, ну это, так, блин, это было легко. Мы могли сразу туда пойти и спалить его. Это же капец. Да, ну мы же доверяли, так сказать. Вот так, этому так ну получилось. Да. Так, а где этот наш... А где, куда он спрятался? Где наш так, маньяк? Только... Маньяк. Что-то не видно его, да? Ну, да. Тут их, его нету нигде. Погодите. Может, он на второй этаж... А тут же нет второго этажа. Ну да, да. Бля, да, ты да. Куда спрятался? Он сбежал? Так. У него что, была карточка еще одна? Ну, выходите, не знаю. Куда? Слушайте, это очень странно, и мне почему-то кажется, что вот это точно не дело рук этого доктора, потому что доктора мы только что завалили, типа, что за бред, как он сбежал? Ребята, это капец, как странно. Но если у него карточка была, откуда он, ну, опять-таки, от полицейского? Самое Слушайте... интересное, мы у него одну карточку забрали, у него не было. Да, а знаете, в чем прикол? Ну, тут просто нет других полицейских, кроме нас, охранников и... этого директора тюрьмы, начальника. Пойдемте-ка его проверим. Пойдемте разбираться, да. Потому что мне кажется, что... Опа, а пройти левел 5 только можно. Ну-ка, так, ну-ка. Интересно. Так. Вот начальник. Так, вот он. Ну, слушай, он вроде зеленый, кстати. Ну-ка, давайте зайдем. Выходим, привет. И... Так, меня заставили помогать преступникам сбегать. Меня шантажировали. Вы расскажете это всем? Да. Так. Ну, наверное, расскажем. Ну, наверное, расскажем, да. Не, ну с нами, конечно, можно договориться, но... Не-не-не, мы принципиальные, с нами нельзя договориться. Так, ну... О, подожди, смотрите, сбежавший заключенный грабит ближайший дом. Так, вот это уже интересно. А где, какой ближайший дом? Че за бред? У нас что, с тюрьмой был какой-то дом рядом? Не знаю, Гуль, выходи. А, ты вышла? Так, давайте... А как нам его найти теперь? Я даже не знаю. Я что, думаю, это по дороге нужно идти. Просто. Да, нет? Наверное, нужно куда-то по там дороге. Была же на карте, да, когда мы смотрели, была дорога. Так, погнали. Слушайте, так это наш, мне кажется, которого мы охраняли. Наверное, да. Да, его, да, кстати, да. Не видно даже здесь. Так. Давайте в тачку садимся. Ну, все, давай. Поехали. Погнали. Опа. Все, я перезарядку сделал. Ну, я надеюсь, я надеюсь, что по этой дороге. Да. Ну, в принципе, я надеюсь, что мы не в лес какой-то едем. Тут другой дороги, в принципе, вроде как нет, поэтому поехали по этой. Давай, разгоняйся быстрее. Да как могу, еду. Так, вон дом какой-то есть. Вон он, заключенный, я его вижу, кстати. Прям чуть-чуть его видно. Вон он. Это наш заключенный, это он. Это наш, да. Кто-то едет. Ой, заложник, тихо, у него, походу, заложник там, смотри. Да, у него заложник. Так, и что делать, Не знаю, с ним как-то нужно вести какие-то переговоры. Так, мы знаем, что начальник освободил тебя. Тебя, да. Так, а кто начальнику-то угрожал, получается? Вот этот вот доктор, что ли? Да. Это вы сдавайтесь. Всего, да. Так, давайте, не знаю, как-то его заболтать бы, блин. Может, как-то... Да, с ним. Давай, Гуля, его отвлекай, а мы будем обходить. Ну-ка, хорошо. Давай. Давай. Так, дайте мне уйти, или я убью заложника. Нет, ты ему скажи, что типа... Что, типа, он все равно далеко не уйдет. Так у него и так они, по-моему, есть. Так, давай я сзади обойду. Я хочу его поймать. Я хочу его именно поймать. Так, блин, он... Корова глупо его прикрывает. Опа, все, поймал. Поймал. Фух, это было реально сложно. Так, да, вот... Он убегает, надо его связать веревкой. Да, так он связан. Привязать можешь его куда? А, ну это можно. Вот дед, блин, глупый. Ой, он куда-то уплывает. Он куда-то в воду уплыл. Так, сейчас у деда тут веревки нет случайно? Ну, вроде нет, кстати, никакой.
Блин, печально. Ну, короче, я даже не знаю. Ну, в принципе, мы такую схему раскрыли. Да, но он сейчас тут как будто в колодце, но он оттуда выбраться, в принципе, не сможет. Ну да? И все, пусть там сидит. Короче, ребята, вот такую схему мы преступную в тюрьме раскрыли, коррупционную, так сказать, да? Вот, ну если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и комментируйте видосик. С вами был я, Спай Гуля Леон. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока. Всем пока.